Давайте быстренько с вами набросаем адженду. И, может быть, вы подскажете, чего бы еще хотелось увидеть на этом воркшопе. Я вам быстро расскажу, чего бы я хотел вам показать и рассказать. А потом вы добавите чего-то. То есть первый топик — это Why Test Automation. Это достаточно важная тема. Так, вот так будет. Второе — это What is really web driver? Page objects and other useful techniques. И tools and frameworks around web driver. То есть вот это те топики, которые я по умолчанию хотел бы сегодня рассмотреть. У кого есть идеи, что еще было бы интересно? Welcome, говорите. Репортинг, окей, репортинг — это интересно, но на самом деле под вопросом, потому что все-таки мы будем здесь говорить, и в этом воркшопе речь больше будет идти, как писать тесты правильно, вот, а не как потом репорты по ним строить. Но эта тема достаточно интересная, то есть мы ее вынесем, я ее вот так вот отделю, потому что у меня есть достаточно как бы strong opinion по этому поводу, и я могу с вами им поделиться. Еще какие? Логирование, логинг, окей. Okay. А что вы имеете в виду под тест-ранами? Это окей. Okay. Давайте тогда вот тут вот, прежде чем это, how to run your tests. И здесь поставим tools. Что еще там было? Можно, кстати, логинг. Не, логинг лучше отдельной темы. Tools. CI и ETC. Окей, еще. Сейчас, одну секундочку. Организация. Вот это уже хорошая тема, пошли. How to organize your tests. Окей. Да? Стабильные тесты. Это хорошая тема. Сейчас мы ее куда-нибудь вот тут вот всунем. How to write more stable tests. Окей. Okay. Это слишком узкий вопрос. Нет, еще раз нет. Это вопрос для какого-нибудь тонкого воркшопа, или вот у нас будет один из докладов по фреймам, окнам, вот это лучше туда. Ну, то есть нельзя покрыть все. Чтобы вы понимали, на текущий момент есть материалы, там, в тех же тренингах, которые мы читаем, есть материалы на 3 полноценных дня. И то это такие очень напряженные дни, и мы почти никогда все не успеваем. Поэтому нам надо понять просто, что мы сможем покрыть. Вот, это хорошая адженда, да. А это вот сюда, ну, скорее, как запускать. Давайте так. Issues with concurrent and distributed runs. И я опять же поставлю 3 вопросика, то есть вот эти темы не факт, что мы здесь будем покрывать. Окей, еще идеи? Нет? Я думаю, что мы вот тут об этом поговорим, в том, как запускать ваши тесты. Ну, если вы говорите про многопоточность, то это как их параллелить? Ну, как параллелить, это значит, что вы их запускаете параллельно. Ну, поэтому мы вот там и об этом и поговорим. Нет, не надо нигде потоки руками создавать. Это странная техника. Опять же, все, что я вам буду рассказывать, это будет сугубо то, как выглядит мой опыт работы, консалтинга и так далее. То есть это не значит, что я говорю какие-то
истины в первой инстанции, вы все должны поступать именно так. То есть я не являюсь там каким-то супер-супер-бупер экспертом, который рулит мировым там тест-автомейшн трендом. Нет, отнюдь нет. Я просто делюсь своим опытом многолетним, потому что я работаю с Selenium там самых первых бета-версий и до текущего момента, поэтому я прошел через все стадии его становления, распространения и поучаствовал в этом достаточно много. Последний, да. Quick test, да, то есть мы это поместим. Most stable test, и вот сюда. How to speed up your tests. Там-тарапам. Вот, если мы все не рассмотрим, то по любому пунктику я вас просто отошлю к правильному материалу. Почему? Потому что вот, например, как писать более стабильные тесты, как ускорять ваши тесты. У меня на прошлом Selenium Camp был полноценный часовой доклад на эту тему. Ну и если мы эту тему вскользь не успеем сегодня покрыть, то я вас просто заредирекчу туда. Окей, давайте начинать. Давайте начнем с банальной темы. Вот у нас первый топик. Я его сейчас помечу, что мы с ним начали работать. Вот. Для чего мы автоматизируем? Чтобы мы были on the same page. Потому что я так понимаю, что многие люди, которые пришли сюда, они новички, они купили beginner ticket. И, скажем так, не факт, что они имеют правильное понимание. Давайте очень мега быстренько посмотрим на пару слайдиков буквально. Вот. Во-первых, зачем мы вообще тестируем? Вот это интересный момент. Зачем мы тестируем? Самый базовый, правильно. Когда говорят вот в данном аспекте, когда говорят, мы хотим убедиться, можно перефразировать, мы хотим проверить. Когда мы говорим про проверить, это на английский переводится как checking. Это не testing, это checking. То есть мы хотим проверить, что действительно наша программа удовлетворяет требованиям. Заказчик что-то попросил, мы это сделали, надо убедиться, что это работает. Good point. Какие еще есть? Совершенно не факт, что оно экономит деньги, потому что и как раз наоборот, те... И опять не всегда так. Потому что, например, я знаю многие компании, которые не делают так, потому что кост ошибки для них на продакшене почти ничего не стоит. То есть, например, те же самые социальные сети, некоторые букинговые сайты предпочитают экономить за счет этого косты и не тестировать, и тестировать на своих лояльных пользователях. Они выкатывают какую-нибудь фичу в АБ-тестировании на процент пользователей. Те говорят, блин, у меня комментарий не оставился. Они говорят, отлично, мы поправим. И они экономят огромные деньги на отделе тестирования. Поэтому что дешевле, nobody knows. Да? То есть в каждом случае это может быть совершенно по-разному. Поэтому говорить про деньги вообще очень рискованно. Особенно, когда мы будем дальше говорить про автоматизацию. Экономит ли автоматизация деньги? Это вообще очень спорный вопрос. Процентов 80, наверное, кейсов, которые я видел за свою жизнь, а я видел их очень много, это тупо растрата денег в никуда. Реально в никуда. Построение смешных фреймворков, там еще всяких вещей. И без отдачи практически. Поэтому говорить о том, что экономит оно деньги или нет, я не берусь. Окей, еще зачем тестирование? Тестирование мы не предоставим качественный продукт. Ну как, мы вот разработчики написали и разошлись, все, нет больше разработчиков. Да? Хоть мы перетестируем этот продукт, он качественнее не станет. Мы можем информацию о некачественном продукте предоставить. Да? То есть, если перефразировать, мы можем предостеречь наших клиентов от того, чтобы, или конечных пользователей от того, чтобы они не столкнулись с некачественным продуктом. Такое может быть. Еще? Дать текущее состояние продукта, то есть некий статус-чек, правильно? Вот, это хорошо, да. Verify implemented functionality, make sure the product has enough quality, find bugs and defects. Это очень опасное мнение. Оно здесь специально написано таким образом, и многие считают, что это и есть как бы задача тестирования, да, находить баги и дефекты. Это очень опасная дорожка, потому что по ней можно уйти на метрики по количеству дефектов, которые вы находите, и пошло-поехал. Не нашел дефектов, ты плохой тестировщик, да, нашел дефекты, ты хороший тестировщик. Это абсолютный нонсенс. То есть я бы тут сказал, что здесь вместо find bugs and defects нужно говорить о том, чтобы и находить как можно раньше их для того, чтобы предотвратить их появление у конечного пользователя, не более чем. Вот. Самое главное, что никто никогда не говорит, это находить идеи для улучшений.
Мы пытаемся пользоваться, то есть люди, которые занимаются тестированием, они пытаются пользоваться продуктом как можно больше для того, чтобы найти какие-то идеи для улучшений. Это очень и очень полезная штука. Если вы видите, что какая-то вещь сделана неудобно, у вас из-за этого не работают автотесты, у вас из-за этого коряво работает ручное тестирование, глупо не сказать об этом бизнесу и не принести это как улучшение. Это в зависимости от того, как вы это преподносите. Если вы приходите и говорите, у меня не работает автотест, давайте поменяем наш сайт, я бы вас не слушал. Ну вот честно, даже следующие ваши слова, которые вы бы говорите, выглядели бла-бла-бла-бла. Если бы вы принесли, мы нашли сценарий, в котором пользователям очень неудобно, и мы выявили это благодаря нашим автотестам, и теперь мы понимаем, что это реально плохой сценарий, возможно, нам стоит его пересмотреть, это совсем другой разговор. Но опять же, это техники продажи. Вот. И контроль корректной работы существующей функциональности. Это как раз наша самая большая проблема. Это регрессия, которая у нас то и дело возникает. Вот. И проверить, что продукт готов к использованию. Почему автоматизация? Зачем нам автоматизировать? Опять экономия. Очень спорно, потому что когда мы имеем отдел автоматизации, который тратит кучу денег, кучу энергии, кучу времени, потом у нас появляются автотесты, которые бегут всю ночь, они падают, утром мы опять все приходим, разбираем их. Где тут экономия времени? Это очень странная экономия времени. То есть потенциальная экономия времени. То есть если мы правильно выберем те флоу, которые действительно там повторяются, если мы правильно их автоматизируем, то есть шанс, что мы сэкономим время. То есть это наша скорее цель, чем данность. То есть нету такого факта, что вы взяли автоматизацию и вуаля, у вас сэкономилось время. Абсолютно нет. То есть от этой предпосылки можно даже не исходить. Давайте перефразируем. На тяжелых environment'ах это обозначает, что мы делаем что-то, что тяжело сделать руками в принципе. То есть это, скажем так, автоматизация тех задач, которые просто трудно делать руками. Ну, например, очень тяжело делать параллельный запуск там, одного и того же сценария там, на разных энвах. То есть это нужно либо нам синхронно сесть и начать это делать, либо очень быстро переключаться. То есть это тяжело, машины делают это гораздо лучше. Этот point есть, да. Большое количество данных, да, тоже есть. Человеческий фактор – это одна из самых классных на самом деле вещей, потому что человек приходит на работу, все мы люди, да, пришел на работу с бодуна, например, открыл там свои тестовые сценарии, думаешь, логин. Ну, логин всегда работает, бог бы с ним. Проставил там галочки в своем тест-линке или еще в чем-то, говорит, пойду попью кофе, может быть, как-то полегчает мне. Вот, и в этот момент получается, что тестирование дало сбой, то есть уже нет тестирования как такового. И это очень завуалировано, потому что в отчете-то есть, все хорошо, в отчете сказано, сценарии прогнаны и так далее. Вот. С компьютерами тоже такое может случиться, особенно когда кто-то написал корявый игнор, который взял и заигнорировал те тесты, которые не должны были заигнорироваться, или еще какая-нибудь беда случилась. Но, по крайней мере, если вы своими руками туда сильно не влезете, то все будет повторяться, повторяться, повторяться вне зависимости от дня, недели, там, времени и так далее. То есть, да, человеческий фактор убирается. То есть от этого никуда не деться. Но на самом деле, вот говорили сегодня про локутор, локейтер, я не знаю, как это правильно сказать. Вот, это одна из идей, что нужно запускать статические анализаторы на ваши тесты. И эта идея очень хорошая, и у нас просто все больше озабочены тем, как вообще хоть как-то с горем пополам сделать автоматизацию, да, а не то, чтобы сделать ее качественно. Поэтому мы еще как бы на первой ступенечке. Но если вы шагнете чуть выше, то вы подумаете, ведь вот эти проблемы, которые мы только что затронули, например, что кто-то закомментарил assert, ее же можно очень легко идентифицировать. Ты же можешь просто запустить статический анализатор, в котором будет rule, что в каждом тесте должен быть хотя бы один assert, это раз. Второе, что в каждом тесте не может быть закомменченный код. Это два. Все. То есть для этого постоянно на каждый коммит прогоняется статический анализатор, который говорит, извините, у вас есть дельта нарушений, и, пожалуйста, с этим что-то сделайте. То есть это легко. Вопрос просто в том, что это надо делать. Для того, чтобы это делать, надо на этом иметь фокус. Для того, чтобы на этом иметь фокус, надо решить другие проблемы. Потому что если ты сфокусирован, вот как многие делают автоматизацию, которая работает таким образом, утром приходят, есть отчет, 1800 ошибок, и люди садятся, и они целый день сфокусированы на том, чтобы их разобрать.
и знаю, что завтра будет день сурка. Ну, то есть все произойдет то же самое. Только вместо числа 1800 будет число 1235, они откроют и опять начнут заниматься тем же. То есть у них нет времени сфокусироваться на лучших тестах. Они фокусируются на том, чтобы разобрать результат. Окей, хорошие поинты. Но мне почему-то опять удивительно, что не называется вот этот поинт. Это же реально очень скучно руками делать одно и то же. Ну реально, я бы, например, честно, умер бы, если бы я знал, что я приду в этот понедельник, во вторник, в пятницу, и я буду прогонять один и тот же сценарий там, на логин. Я бы уже ненавидел этот application через, там, не знаю сколько, через 2 недели. Потому что это, ну, это реально странно. Некоторые люди к этому склонны, и это нормально. Вот. Но в целом это странная повторяющаяся работа, которую в 21 веке удивительно видеть, что мы до сих пор выполняем руками. И что самое удивительное, это то, что мы пытаемся автоматизировать вообще все наши айтишные проекты, направленные на автоматизацию чего-то. На автоматизацию бухгалтерии, чтобы бухгалтер там не перекладывал там из одного места в другое. На автоматизацию какого-то workflow там на заводе или еще где-то. То есть мы всем все автоматизируем. Но при этом многие продолжают как бы многие вещи делать руками. То есть это такие сапожник без сапог. Скрытые проблемы в приложении – это то, что нам очень тяжело протестировать руками. Когда вы тестируете руками, то получается, вы делаете какое-то действие. Здесь мы уже подбираемся к веб-драйверу потихонечку. Мы делаем какое-то действие, и после этого у нас человеческая способность, мы не можем молниеносно сделать что-то еще. Ну, то есть мы ввели что-то, потом потянулись, там мышкой кликнули на что-то, и проходит время. Не факт, что все будут работать в таких же условиях. Кто-то будет работать в условиях Wi-Fi в аэропорту. Это как бы совсем другие условия. Да? Интернет-коннекшн медленный, у вас ничего не подгружается и так далее. Кто-то будет, наоборот, очень быстрый, и он пользуется не так, как вы мышкой там тянетесь к своей кнопочке, а он все переключается табами или пользуется только клавиатурой. И это совершенно другой как бы сценарий использования. И вы просто не можете повторить все такие сценарии использования. Машины могут. Вот. Слабые доступности тестовых результатов. Смотрите, что получается. Вы собрали людей, которые делают ручное тестирование, и говорите, протестируйте наш билд. Окей, они протестировали. Предположим, это пятница. Вот они в пятницу выкатывают вам репорт, что есть, не знаю, 23 дефекта. Critical или там major, любого статуса. Программисты говорят, о, круто, давайте мы соберемся на выходных, починим эти дефекты. Собрались в субботу, заовертаймили, к обеду выкатили билд, в котором якобы они пофикшены. И надо опять собрать всех этих людей, чтобы они опять это все протестили. И получается, что доступность самих результатов тестирования становится реально зависимой от того, соберется банда вся или не соберется. И мало этого, скорость вот этого тестирования тоже зависит от этого. То есть кто-то заболел, все, скорость ниже сразу стала. Кто-то ушел в отпуск, все, у нас проблема опять же со скоростью тестирования. Это очень плохо, это ненадежно. Вот, человеческий фактор, время потрачено на регрессионное тестирование. Опять же, не на новое тестирование, а на регрессионное. Вот. Баги в новой функциональности, которые, опять же, благодаря тому, что мы надеемся, что в конце мы все это проверим руками, эти баги потенциально могут появиться. Если бы мы говорили о том, что мы вообще хотим строить автоматизацию в наш процесс, то, возможно, когда бы мы выпускали фичу, в ней уже были бы тесты. Ну, что не давало бы вообще произойти дефекта, потому что наше тестирование и автоматизация была бы встроена внутрь. Вот. И теперь мы подходим к Selenium WebDriver. Почему Selenium? Что умеет делать Selenium? Ну, на текущий момент веб-драйвер. Окей, давайте говорить про веб-драйвер. Это вообще даже не о работе пользователя. Вот на текущий момент, раньше Selenium представлялся многим, и он как бы пытался этим быть, как некий фреймворк, да, который давал там вам возможность писать тесты в какой-то среде и так далее. Вот. На текущий момент это не так. Потому что вот изначально, когда Selenium задумывался, что это будет полноценный фреймворк для автоматизации. У вас был recording tool, у вас был Selenium IDE, с помощью которого вы могли рекордить тесты. Вы и сейчас можете это продолжать делать. Есть Selenium IDE, есть Selenium Builder, есть другие способы рекордить тесты на вашей странице. Это окей. Вот. Но раньше это было абсолютно нормальным процессом. Вы могли зарекордить тест, заэкспортить его к себе, там его отредактировать, использовать это как фреймворк для запуска, для репортов и так далее. После того, как пришла идея веб-драйвера, все изменилось, потому что веб-драйвер использует идею банально драйвера. То есть у вас есть некий API, как вы с мышкой работаете, да, подключаете ее к Ubuntu, к Windows, к чему угодно. У вас есть некий API, и у вас есть много реализаций этого API. То есть вот у вас есть API к браузеру. Все, у вас есть просто API к браузеру. Это не тул для автоматизации тестирования.
В нем нет ничего для автоматизации тестирования вообще. Вот вообще ничего. Давайте задумаемся, что нужно в туле для автоматизации тестирования. Там нужен запуск тестов, там нужен логирование какое-то, да? Там нужны отчеты какие-то, там нужен некий гайдлайн, как именно писать тесты. Там, возможно, есть констрейнты, которые должны вас ограничивать, чтобы вы не писали тесты неправильно. Там есть тул, возможно, для рекординга или, возможно, для отладки. Вот это фреймворк. А когда вы говорите о том, что у нас просто есть API, это не фреймворк. И он не может ни запускать тесты, ни собирать отчеты, ничего не может делать. Это тул для управления браузером. Если вы будете называть вещи правильными именами, вам гораздо проще будет разобраться во всех концепциях. Вы будете просто знать, что вам нужно понимать, что вам нужно в какой момент использовать для того, чтобы то, что вы хотите, чтобы работало, чтобы оно работало корректно. Окей? Есть возражения по поводу того, что WebDriver — это тул для управления браузером? Нету вейтов. Это опять же для управления браузером. Вы можете браузер попросить, а могу ли я получить от тебя что-то с ожиданием появления этого? Ну вот и все. Это не wait на стороне вас, ну, на стороне клиента. Это wait на стороне браузера. Вы опять же просите браузер, подожди. То, что вы имеете какие-то классы в клиентской части веб-драйвера, это не веб-драйвер. То есть если вы имеете, например, там expected conditions в Java, это совершенно не значит, что это часть веб-драйвера. Она не входит в веб-драйвер. Это клиентская библиотека, это расширение на вашей стороне. И оно очень-очень-очень маленькое, вот так усенько. Вот. Поэтому оно даже близко не подходит на фреймворк для автоматизации. У Selenium зато есть огромное преимущество. Во-первых, вы получаете тул для того, чтобы автоматизировать с помощью других еще тулов тестирование веб-приложений, только веб-приложений. Ну, потому что это тул для управления браузером и больше ничего. Он прогоняется напрямую в браузере, это плюс. Потому что нету какой-то попытки симулировать, как раньше в Selenium была попытка симулировать работу пользователя посредством синтезированных событий в JavaScript. Теперь этого нету. Вы напрямую управляете браузером. Вы шлете события, приближенные к тому, как работает конечный пользователь. Он свободный, open-source, хотя я не думаю, что за этим open-source для вас скрывается гигантское преимущество. Кто что-нибудь коммитил в Selenium? Видите, лес рук прям. Вот. Поэтому то, что он open-source или фришный, ну, просто люди некоторые с большим предпочтением, что ли, относятся к open-source. Хотя если бы он был commercial, для вас бы ничего не изменилось, только деньги пришлось бы платить. Вот. Он многоплатформенный, что важно, то есть он поддерживает много платформ, можно запускать на разных платформах. Он многобраузерный, то есть поддерживается множество разных вариантов браузеров. Он многоязычный, что очень хорошо, это тоже очень важно понимать. Очень хорошо расширяемый, потому что он, в принципе, ничего не делает, он только управляет браузером, и поэтому его легко расширять чем угодно на вашей клиентской стороне. Он достаточно неплохо документирован и почти стал V3C стандартом. Мы каждый год собираемся, и каждый год мы говорим, он почти стал V3C стандартом. Он почти стал V3C стандартом. Но даже если он не стал на текущий момент официально V3C стандартом, позитивные вещи, которых мы ждем от V3C стандарта, уже осуществились. То есть уже на текущий момент почти все браузеры поддерживают веб-драйвер и ну, выпускают его, саму реализацию самостоятельно. Это очень здорово, потому что раньше разработчики Selenium, разработчики веб-драйвера, ядра, они были вынуждены заниматься зачастую тем, чтобы фиксить баги, которые к ним, или находить костыли, которые как обойти какую-то новую фичу Internet Explorer, чтобы оно таки кликало. Вот. И понятное дело, что это очень такая работа, во-первых, неблагодарная, во-вторых, сложная. Вот. Теперь, благо, им не надо этого делать, потому что все перетягивается на разработчиков самих браузеров. Это круто. Вот. Selenium много чего поддержит, это не так круто. Selenium много где используется, это тоже не так важно. Почему не Selenium? Вот почему обычно фейлы есть с Selenium? Ну или с веб-драйвером. Да, он не может нестабильно работать. Гай, смотрите, в чем нестабильная работа? Он управляет браузером. Если ваше приложение ведет себя странно, если оно съедает, например, всю память в браузере, если ваши странички то грузятся, то не грузятся, если там ваш сервер то отвечает, то не отвечает. При чем здесь веб-драйвер? Как это относится к его стабильности? Да, конечно, чувствителен, потому что ваше приложение чувствительно к разрешению.
Ваше приложение чувствительно к разрешению. Я могу открыть 100-500 разных сайтов, поменять разрешение, они уедут в разные стороны. Это нормально, ваше приложение так написано. Вы откроете Selenium Camp сайт, хотя он написан более-менее неплохо, на мобильном вы увидите совсем другой Selenium Camp сайт. Он будет отформатирован совершенно по-другому. Мало этого, он может вести себя по-другому. И это так вы пишете приложение. Веб-драйвер ничегошеньки к этому не имеет ни малейшего отношения. Он посылает команды в браузер. Все. У него могут быть дефекты, это абсолютно окей. Во-первых, потому что это open-source тул, и вообще вам никто не обязан ничем. Вы можете его не использовать, используйте любой другой лучший тул, ну, если вы знаете. Вот. Второе, вас никто как бы не заставляет не пойти, не помочь и не пофиксить этот дефект. Ну, законтрибьютить, это же как бы open-source. Вы нашли дефект, вы хотя бы его опишите, зайдите, issue создайте на GitHub, опишите детально, приложите репорты, скажите, вот я вам хотя бы issue принес. Я не могу ее исправить, но я хотя бы принес вам issue. Вы этого по большей части не делаете. Кто создавал хоть раз issue в issue трекере для Selenium? Снова лес рук, да? Две руки, одна, две, все-таки две. Вот. Видите, сколько много людей issue, но все жалуют, нестабильно, очень нестабильно. Что именно нестабильно? Покажите, что нестабильно. Обычно нестабильно приложение. Обычно есть JavaScript, написанный не очень ровными руками. Да? Когда вместо того, чтобы сначала показать, сначала прикрутить валидацию, например, к формочке, а уже потом ее показать. Люди ее сначала показывают, а потом прикручивают валидацию. В итоге, когда у вас медленный connection, и JavaScript еще не подгрузился, формочка у вас уже есть, пользователь радостно туда что-то вбивает, и никакой валидации нет. Вы говорите, блин, Selenium работает нестабильно. Selenium в данном случае выступает как некий такой козел отпущения. Проще всего обвинить то, что ты не понимаешь. Да, это Selenium виноват, 100%. Все переглянулись такие между собой, говорят, точно, Selenium. Я ж не виноват, ты тоже не виноват. Ну, а больше у нас как бы некого обвинить. Менеджера еще можно обвинить. Всегда еще может менеджер быть виноват. Но менеджер там регулирует зарплаты, все остальные вещи. Рискованно менеджера обвинять. А Selenium на ура. Вот, именно поэтому я столько времени вот потратил на первую часть, реально, потому что это, ну, самый большой misunderstanding. Ты приходишь в компанию и говоришь, ну, покажите, что вы делаете, у нас автоматизация на фреймворке WebDriver. Как это? Ну, вот мы взяли WebDriver как фреймворк, и мы на нем строим всю свою автоматизацию. Круто, но он нестабильный. Мы мучаемся, все нестабильно, но мы типа не знаем, что с этим делать. Окей, покажите, что. Показывают, открываешь, приложение грузит первую страничку от 5 секунд до минуты. Я говорю, а почему вы думаете, что веб-драйвер нестабильный? Ну вот от минуты до 5 секунд. Так это же ваше приложение. Ну, хотелось бы, чтобы он сам там все это как бы решил. Круто. Так может, он бы сам и приложение за вас разработал? Вы ему ТЗ, а он вам назад приложение. Было бы еще лучше. Удобно очень. Вот, поэтому зачастую Selenium пытаются и веб-драйвер пытаются просто применять неправильно. Кто-то пытается с помощью него, ну, хорошая же идея, правильно? Есть сценарии, работают на веб-драйвере. Давайте сделаем из них нагрузочные тесты. Ну, запустим их 100-500, да, и получится нагрузочное тестирование. А потом у нас браузеры начинают падать, да, с операционкой случаются какие-то проблемы и другие вещи, и мы такие, а, блин, Selenium не подошел, Selenium плохой тул. Он не для этого вообще, вот просто от слова нет. Вот. Второе, многие еще верят в старое вот это, и это, опять же, я обязан проговорить, потому что иначе вы не сможете писать хорошие тесты. Selenium — это не record and play framework. Нет, нет и еще раз нет. Потому что в тот момент, когда изменился, когда осуществился переход от Selenium концепции к WebDriver концепции, record and play в чистом виде умер. Потому что record and play обозначает, что вы с минимальными усилиями берете то, что вы записали, переносите в тест, а потом можете перенести назад и дописать, и опять перенести. Ну, у вас есть один к один connection. Но connection в обратную сторону в веб-драйвере теряется, потому что вы можете любой код написать, и невозможно по этому коду назад зареверс-инженерить вам тест. Это невозможно. Это значит, что у вас появляется чуть-чуть подспорье для начинающих, например, написать тест на каком-нибудь рекордере наподобие Selenium Builder или Selenium IDE, запихнуть его к себе в какой-нибудь IDE и начать работать дальше уже с языком программирования. Вот. Это ваше подспорье, но не более чем. И поэтому надеяться на то, что вы так будете рекордить все тесты и потом расстраиваться. Блин, у меня вот тут iframe, а мне не выбрало iframe, и я не знаю, почему теперь у меня этот тест не работает. Потому что это не работает по умолчанию.
Потому что веб-драйвер на текущий момент остался только тулом для управления браузером. И не более чем. Вот. И он не еще один браузер. Поэтому все различия между браузерами, которые у вас есть, все различия в вашем application, как он грузится под разными разрешениями, под разными версиями браузера, в одном грузится, в другом не грузится, это все веб-драйвер для вас не устранит. Он, наоборот, сделает это очень видимым для вас. Есть проблема с новым Firefox и вашим приложением, вы ее тут же увидите. Не будет работать. Вот. И, наконец, веб-драйвер — это не silver bullet, то есть это не серебряная пуля. Если вы не умеете писать автотесты, если вы не умеете продумывать сценарии, веб-драйвер вам вообще не поможет. Ну, то есть он не скорректирует ваше умение или неумение писать автотест. И это тоже мега-мега важно, прежде чем мы приступили. Потому что многие вопросы, которые вы задаете вот там дальше, которые сегодня проскальзывали, это наподобие, а как делать логирование, они зачастую связаны с пониманием, а что вы вообще делаете и как вы пишете автотест. Окей. С этим, я думаю, все. Вот раньше Selenium продукт выглядел вот таким вот образом, как Selenium IDE, как Selenium RT или WebDriver, Selenium Grid. Были еще, кстати, достаточно интересные инструменты для визуализации селениумных тестов. Был раньше Кубик Тест, это такое эклипсовское приблуда, в которое можно было загрузить ваш тест. Он показывал вам workflow красивый, вы могли на этой диаграммке там менять. И это было очень похоже на фреймворк. Ну, то есть столько тулов, объединенное в одно. Сейчас это все не так. Вот сейчас ключевым моментом является веб-драйвер, к нему есть еще грид, который позволяет вам делать распределенные запуски. Все. То есть IDE — это сугубо ваше личное дело. То есть ну, никто вам не рекомендует, и мало этого, никто не говорит, что это вообще является частью продукта. Вообще. То есть вам говорят, ну, там есть еще Selenium IDE, можете его там что-нибудь сделать с ним. Но никто вам его не рекомендует. Окей, с этой темой вроде как разобрались. Вопросы, может быть, есть? Да. Он, скажем, это часть, которая присоединена к гриду, да, но опять же, я бы еще не сказал, что это ну, полноценная часть грида, потому что есть аналоги Grid Extras, вот, и это не единственное решение. Вот, но опять же, много есть чего построено, вот у нас будет отдельный небольшой топик, там Tools and Frameworks around WebDriver. Вот, когда вы поняли, что WebDriver это просто либо для управления браузером, то теперь вы понимаете, почему столько фреймворков. Да? Есть Selenit, есть там, Serenity, есть GDI. Кстати, вот на текущем Selenium кемпе, о, GDI услышал, не уйдет, да? Вот Роман как раз будет рассказывать про GDI. Мы на эту конференцию, так как в Serenity супер чего-то нового не произошло, то мы пригласили ребят рассказать более подробно про Selenit. Будет воркшоп отдельный про Selenit, будет воркшоп отдельный про GDI и будет забавная битва GDI против Selenit, кто же победит. Вот. Много строят разных инструментов, потому что получается, что так как у вас веб-драйвер сам из себя представляет library, то вам нужно на много вопросов дать ответ. То есть вот, а как запускать тесты параллельно, а как их вообще писать, а как их хранить, а как их организовывать, а как много другого делать. И веб-драйвер тут не может дать ответа, потому что он говорит, я library, вы меня встроите просто вот в ваш этот фреймворк, который вы будете использовать, и я буду служить для тех целей, для которых я предназначен, а именно вызывать методы браузера. А уже как вы там тесты организуете, можете даже public void main написать в Java и вызывать меня оттуда. То есть I don't care вообще. Ну, потому что вы все знаете, наверное, кто работал с веб-драйвером, что на текущий момент вызвать браузер на локальной машине, нет ничего проще, вы пишете веб-драйвер-драйвер равно new Chrome driver, и у вас появляется браузер. Все. То есть куда вы это впихнете, вы это впихнули в тест, не в тест, nobody cares. Ну, то есть веб-драйверу абсолютно на это по барабану. Окей, это понятно? Это вроде мега понятно, но потом, когда я смотрю на ваши фреймворки, которые вы пишете у себя на работе, я ужасаюсь, зачем вы это делаете. Вот. Но о фреймворках отдельно. Окей, здесь еще есть вопросы? Нет? Шикарно просто. Вот. Как запускать ваши тесты? Я надеюсь, тут вот эту часть мы пробежим вообще мега быстро, мы даже до кода не дойдем. А может быть и дойдем. Вот. Значит, мы только что сказали, что веб-драйвер не предоставляет никакой инфраструктуры для запуска тестов. Кто предоставляет? Если вы находитесь в языке программирования, то в языке программирования тесты не особо сильно на текущий момент разделяются по тулам на разные уровни. Вы все знаете о пирамиде тестирования. Есть юнит-тесты, интегрейшн-тесты, функционал-тесты и прочие другие уровни. И для большинства языков программирования базовый тул для запуска, он один и тот же.
Почему? Банально потому, что не стоит изобретать велосипед. Запуск самого теста, написанного в коде, с основным workflow, то есть запустить, вызвать прекондишены, вызвать посткондишены, дать какие-то данные, синтегрировать там тебя с логированием, еще с чем-то, сделать стандартизированный репорт, который потом можно распарсить где-то в другом месте. Это, в принципе, стандартные повторяющиеся операции, поэтому никто не изобретает супер новых тулов, если не произошло какое-то изменение в самом workflow. Ну, то есть есть тулы, которые приносили новые фичи. То есть, например, там придумали, что было бы круто, чтобы тесты могли быть зависимы между собой, там, делать цепочки какие-то тестов. Вот тогда вам нужен новый тул. Если у вас такого нету, то неважно, какие вы тесты запускаете. Integration, functional, unit. То есть тул будет один и тот же. Если мы говорим про Java, то в Java два самых популярных решения — это JUnit и TestNG. Кто пишет на Java? Поднимите руку. Окей. Кто пишет на .NET? Окей. На Python? О, на Python много народу. PHP? Не стесняйтесь, guys. В этом нет ничего ужасного. Давайте я с вами руку подниму. Нет, все равно нет. Ruby, может быть. Ruby есть, отлично. Вот, в каждом из этих фреймворков, я думаю, что в Ruby вот как раз больше всего фреймворков. Там каждый, это как бы язык и инфраструктура, которая направлена на то, чтобы каждый свой велосипед изобрел. Больше только в JavaScript, наверное, да? Там каждый говорит, не, все фреймворки написаны до меня, это полная чушь, все должно быть вот так. Java, она такая более консервативная, и там люди, если имеют какой-то один фреймворк, они говорят, он же работает, зачем нам новый? И поэтому там всего на текущий момент решения, вот этот TestNG, JUnit, и как бы их больше нет на самом деле. Не то чтобы есть какие-то непопулярные там или еще, их больше тупо нет. Вот, то есть вы можете запускать JUnit, вы можете запускать TestNG. Потому что в основном, когда какой-то новый фреймворк появляется, ему надо синтегрироваться с таким количеством других инструментов, что это большой объем работы. То есть тебе надо синтегрироваться с IDE, тебе надо синтегрироваться с тулами, которые берут репорты и показывают их красиво. Тебе надо синтегрироваться с разными билд-тулами, которых много, и написать туда плагины разные. И это большая работа, поэтому никто не хочет эту работу повторять. Поэтому вот JUnit, TestNG. Вот. И в каждом, то есть благо, что концепции очень похожи, потому что люди решали одну и ту же задачу. Если вы имеете, например, свое приложение, у вас кусочек его написан на C-Sharp, кусочек написан на Python, кусочек написан на Java. Вы должны запустить свои тесты и как-то это сегрегировать в один отчет. Представьте, если у них у всех был бы полный бредлам. Это было бы тяжело. Вот именно поэтому не очень радостно, когда каждый язык программирования изобретает свой какой-то тип отчета. Потому что собрать это потом воедино очень тяжело. Если же это не делается, то все очень просто. Потому что есть XUnit family, NUnit, PUnit, CUnit и так далее, которые позволяют вам на выходе иметь один и тот же результат, иметь предсказуемый workflow, precondition, postcondition и так далее. Они будут различаться от языка программирования, как, например, там, пометить, что это тест, или как пометить, что это precondition, как сгруппировать тесты. Но принцип будет примерно один и тот же. То есть у кого-то классы, у кого-то функции, doesn't matter. Вот. Но на выходе вы будете получать структурированный отчет, который можно скормить тулу, который это все объединит, и вы будете иметь единую систему. Вот. Поэтому, когда я буду рассказывать про JUnit, как решать вот эти задачи там, запуском тестов через JUnit, с интеграцией его с CI и так далее, все будет точно так же для любого языка программирования практически. Вот. Итак, первое, что нам нужно для того, чтобы запустить наши тесты, нам надо взять какой-то инструмент. Неважно, пусть мы возьмем JUnit. Что такое взять этот инструмент? Если я, например, вот открываю просто IDE свое, да, вот я начал писать какие-то тесты, у меня пока ничего нет. Мне первое, что нужно сделать для того, чтобы их писать, мне надо подсоединить JUnit. Нет ничего проще. Я сейчас не буду даже вдаваться в какие-то build-инструменты или еще что-то. Вы просто идете и подключаете JUnit. Вот вы заходите к себе, находите там, скачиваете JUnit или берете его еще откуда-то. Вот он есть, JUnit. Вот он есть, JUnit, и вы его можете просто подключить, просто как библиотеку. Обычно он содержит несколько библиотек, dependencies и так далее. Dependency management делается другим тулом. Сам JUnit ничего этого делать не умеет. То есть у вас есть Maven, Gradle, еще какие-то build-тулы, это совершенно не важно. Да? В них вы можете просто прописать тогда, я хочу JUnit такой-то версии. Все, у вас появился JUnit. Что у вас есть на текущий момент? У вас появляется возможность пометить какие-то методы или функции в своем коде как precondition, то есть before. Это, опять же, очень важно понимать, потому что многие думают, что за этим скрывается какая-то магия. Мы просто потом посмотрим, как все остальные вещи интегрируются в этот концепт.
Вот, after, который покажет, что это нужно выполнить после того, как выполнятся ваши тесты. Вот, и тест. Это три базовых вещи. То есть вот у вас есть, например, тест. Вот это три базовых вещи, которые вам нужно знать. Они такие же в любом, они такие же, если мы про Java говорим, да, то они практически такие же, что в TestNG, что в JUnit, в NUnit. Это metadata там с помощью, если мне память не изменяет, вот таких вот странных манипуляций. Да? Или не совсем так? Супер метадейта. Вот. А больше ничего не меняется по факту. Что дает вам JUnit? А, вы можете запускать ваши тесты. Вы можете запускать их из консольки. Вы можете запускать их из IDE, но только потому, что ваша IDE имеет интеграцию с JUnit. Сам JUnit для этого как бы не приспособлен. Для этого есть интеграция с JUnit, которая поддерживает. Видите, у меня появляются вот такие кнопочки «Запускать тесты». Следующее, что дает вам JUnit, он дает вам полный workflow. Почему это важно знать? Потому что если вы задумаетесь, а куда мне что-то встроить? Вот вы, например, говорите, блин, было бы классно прикрутить логирование на каждый экшен. Куда его встроить? Как вообще внедриться туда? Ну, то есть, куда его должен прикрутить? Не зная правильного места, вы просто будете писать свой велосипед, который не взлетит и будет работать не так, как нужно. Вы должны понимать, что есть раннеры у каждого... У каждого unit test framework есть раннеры. Видите, у меня ничем не помечен. То есть это значит, что я раннуюсь с каким-то дефолтным раннером. Если бы я сюда прописал свой раннер, то я мог бы полностью перекрыть весь workflow. Я мог бы, например, сделать такую вещь, как ignore все preconditions вообще. Или, например, я бы хотел реализовать какую-то свою аннотацию или метаинформацию, да, которая бы выглядела вот так. Да? Смотрите, test data. И вот здесь вот сказать, не знаю, my data XML. Видите, удобно, да? То есть я могу сказать, вот мне нужно эти данные вставить. Никуда, ничто, ни в какую базу. Очень удобно, да? Для того, чтобы это организовать красиво, не надо писать это в коде, не надо делать какой-то базовый метод, где все это описывать. Можно перекрыть раннер и сказать, что найди все методы, которые подписаны аннотацией перед их вызовом, возьми то, что здесь написано в этой аннотации в качестве value, в данном случае это XML-ный файлик, найди его в класс пассах к этому проекту и по этому файлику вызови другой тул, который вставит эти данные в базу данных. По умолчанию ты можешь иметь параметры, которые дефолтные, ты можешь их всех перекрыть здесь. То есть здесь, вот, например, можно дальше перекрывать там, host равно там, мой host или еще что-то. Понимаете? То же самое с логированием. Если вы хотите вставить логирование, например, там, перед каждым тестом, что там это мой тест, который делает там что-то. Или некоторые делают такую вещь, как вот у меня тест, например, называется там search for item category is enabled. Видите, он называется очень человеческим языком. Ну, я пытался его назвать таким образом, чтобы все понимали, что он делает. Если вы хотите, чтобы он, например, в логах показался вот таким вот образом, как английский разобранный текст. Как это сделать? Ну, чтобы у меня было полностью английское предложение, да, возможно, еще с какими-то параметрами и так далее. Как это сделать? Не, как это сделать физически, ну, как это организовать? Вот мне нужно такую задачу решить. Вы должны, опять же, втиснуться в workflow, то есть куда вам надо идти? Вы должны понимать, что у вас внутри каждый тест-раннер, есть еще тест-листенер, который каждый определенный шаг слушает. И вы на определенном шаге в тот момент, когда запускается тест, у вас есть имя этого теста, и говорится, сейчас мы его запустим. Вы перед этим запуском берете это имя, разбиваете его на слова, вводите его в лог. Вуаля, done. То есть вот что дает вам Unit Testing Framework. Он позволяет вам сделать workflow, вклиниться, если вам нужно, в этот workflow, и все. Больше он ничего не дает. Красивый репортинг он тоже не дает. Вот если я сейчас запущу, например, тест, вот какой-то тест, он сейчас не заработает, мы сейчас не для этого его запускаем. Я вам просто попытаюсь показать, что я имею в виду. Ну, вот тут загрузился, блин, еще и Е. Понятно. Да, уйди. Все, я ничего не хочу. Просто закройся. Все. Угомонился. Есть.
Вот, смотрите, вот я получил тут красивый сценарий, видите, что вот он был запущен, сколько секунд прошло, видите, там 414 секунд, там 266 миллисекунд, что он упал, вот у меня логи, там и так далее. Я могу в каждый такой тест пойти, тут более детальные логи, там no such window exception, я, видите, закрывал окна, там и так далее. Это не дает вам testing framework, ну то есть JUnit вам этого не дает. JUnit эту же всю информацию генерирует в виде стандартного формата отчета. IDE берет этот стандартный формат отчета и визуализирует за вас. Поэтому, когда вы этот стандартный формат отчета хотите увидеть на вашем CI-сервере, да, то CI-сервер делает ровно то же самое. Он запускает JUnit, JUnit генерирует ему стандартный темплейт отчета, который стандартизирован по всем XUnit фреймворкам, поэтому ему не важно это C-Sharp, там, Java, Python, еще что-то. Он его берет, показывает его в стандартном виде. Это понятно? Все очень просто. То есть если вы что-то вызывали из логирования, оно попадет в рамки вашего этого теста, и вы будете видеть это тоже там, внутри этого. Но сам фреймворк, я просто хочу очень четко расставить акценты, кто что делает, потому что этого понимания очень мало у кого есть. Потому что все думают, что какая-то магия происходит, там каких-то тулов наподключали, и они все друг с другом сдружились и начали выводить все вместе. Совершенно нет. Каждый тул отвечает за маленький кусочек. Веб-драйвер управления браузером, JUnit за workflow вашего теста. И поэтому, когда вы задаете вопрос, как обеспечить, чтобы тесты запускали, сами тесты, внимание, не браузеры, не еще что-то, как запускать тесты параллельно? Чтобы запускать тесты параллельно, к кому надо обратиться? К тестинг, к юнит-тестинг фреймворку, то есть которым вы это делаете. Если вы используете JUnit, JUnit. Если вы используете TestNG, TestNG. Это его responsibility. Что может случиться? Смотрите, предположим, я иду в TestNG конфигурацию. У меня здесь, наверное, какая-нибудь есть. Вот, TestNG. И говорю, я хотел бы запускать 5 потоков. Видите? Стоит. Я пишу в конфигурации, что, пожалуйста, параллель мне по методам и запускай в 5 потоков. Видите, я сами тесты не меняю. Я не меняю веб-драйвер, я ничего с этим не делаю. Я пока прошу тесты запустить в 5 потоков. Смотрите, что произойдет. Если я сейчас запущу тесты в 5 потоков, где у меня откроются браузеры? Локально, правильно? И это получается проблема, потому что, ну, если я скажу 100, вряд ли у меня 100 браузеров откроется, да, это проблема. Проблема ли это юнит-тестинг фреймворка? Нет, правильно? Вы его попросили, дружище, 100 тестов запусти параллельно на машине. Он говорит, no problem. Потому что если бы это были не веб-тесты, не UI-тесты, ну он бы спокойно запустил 100 юнит-тестов параллельно. В чем проблема? Если у вас нормальная машина, это могло бы даже чуть-чуть вам где-то помочь. Вряд ли бы у вас не 100-ядерная машина, но тем не менее. Юнит-тестинг фреймворк здесь ни при чем. Кто при чем? Ну, разработчик тоже ни при чем. Он же хочет очень запустить параллельно тесты. Ресурсы локальной машины. Получается, что и решать этот вопрос можно на нескольких уровнях. Первое, вы можете решить это на своей машине. То есть, например, когда у вас приходит запрос к машине «подыми браузер», вы говорите, а, подыми-ка браузер где-то там. Это один из способов. То есть не обязательно использовать для этого веб-драйвер, как делают все нормальные люди. Вот, вы можете это делать по-другому. Просто важно понимать responsibility. Вы можете сказать, подождите, а кто отвечает за веб-браузер? Ну, то есть моя-то проблема не в том, что 100 тестов параллельно бежит, а проблема в том, что 100 браузеров параллельно бежит. Поэтому по-хорошему, если бы я сказал вот тому товарищу, который отвечает за браузеры, что а не запускай их все у меня. Ну, веб-драйвер же отвечает за то, чтобы браузер поднять. Значит, логично попросить веб-драйвера, чтобы он подымал их где-то в другом месте. Значит, нам надо пойти в веб-драйвер и сконфигурить так, чтобы он подымал их в другом месте. Понятно? Вот она зона ответственности. То есть, запустив тесты параллельно у себя с помощью юнит-тестинг фреймворка, вам надо еще сказать кому-то, чтобы он ресурсы распределил. И если мы говорим о браузерах, то это кому? Веб-драйверу. Если мы говорим, там, не знаю, если кто-то у вас поднимает базу данных, то это к тому, кто поднимает базу данных. Окей? Это понятно? То есть мы говорим в этом случае веб-драйверу, пожалуйста, используй не локальную машину, а посылай все запросы на грид, который теперь будет отвечать за то, чтобы поднимать браузеры. Браузеры параллельно остаются на вашей машине. Потоки все на вашей машине. Пул потоков для вас создает JUnit или TestNG Framework. Понятно? А браузеры создает грид, к которому вы обращаетесь прозрачно через веб-драйвер.
Но благодаря тому, что веб-драйвер вам помогает и говорит, блин, ну если же это каждый раз говорить, на какой браузер надо идти, это будет очень сложно. Поэтому давайте мы будем тот же API прозрачно использовать. Ну то есть вы, для вас это ничего не изменится. Вы просто возьмете запрос, который есть на вашей локальной машине, пошлете его на грид, грид пошлет его дальше на конкретный браузер. И для вас все мега прозрачно. Окей, мы на самом деле сделаем перерыв, не переживайте, кто хочет на перерыв. Сейчас мы просто закончим с этой темой и пойдем. У нас все равно еще есть целый час почти. Вот. Итак, быстренько пробежимся, что мы вот в этом изучили. How to run your test. То есть инструмент для запуска — это XUnit Framework какой-то, абсолютно любой. Для того, чтобы делать CI, отдельный tool. XUnit Framework не отвечает за CI вообще, за Continuous Integration. Для Continuous Integration вы подключаете Continuous Integration Server Tool, поднимаете, это может быть Jenkins, Bamboo, TeamCity, любой другой tool. И что вы делаете? Теперь вам нужно, ну, присоединиться туда. Вы туда скармливаете свои тесты вместе с JUnit Testing Framework и говорите, запусти мои тесты вот с такими-то конфигурационными параметрами. Если вы хотите в много потоков, вы должны JUnit из CI-сервера скомандовать, что запустить, пожалуйста, во много потоков. И каждый продолжает заниматься своим делом. Unit Testing Framework запускает ваши тесты, готовит стандартизированный репорт. CI-Tool этот репорт потом скармливает сам себе, визуализирует вам результаты и показывает вам, что все работает. Окей? Это вроде как очень понятно. Поэтому, чтобы иметь весь флоу, вам нужно CI-сервер, build-tool, ну, для того, чтобы это все было более командами из командной строки. XUnit Framework, какой-то фреймворк для юнит-тестирования. И веб-драйвер уже в самой внутри, для того, чтобы управлять браузерами. Понятно? То есть для целиком флоу вам нужно 4 этих тула. Будете ли вы заниматься всеми четырьмя? I don't know. Ну, то есть там на самом деле никакого rocket science нет, но вам важно понимать, кто что делает в этой цепочке. Потому что без этого вы вообще без понятия, как это оптимизировать и как это организовать лучше. Это все базовые прописные истины. Я очень надеюсь, что вы, большая часть из вас, это и так знали. Очень надеюсь. Потому что дальше, когда мы будем это говорить, ну, не должно возникать вопрос, а почему мы кладем это сюда или там, а чего мы ждем вот от этого и прочее. Окей? Okay?